Всем привет, с вами Inform TV. Несколько часов назад стали известны общественности новые сопутствующие условия скоропостижного ухода из жизни советской актрисы Ирины Печерниковой. Оказалось, что за несколько дней до этого артистка должна была прийти на ток-шоу Андрея Малахова, которое было посвящено ее юбилею, но она не смогла. Стало известно, что Ирина Викторовна упала, получила серьезные травмы и сломала два ребра. Именно из-за этого неудачного падения вначале отменили выпуск передачи. Но прямой эфир Малахова все-таки показали, вот только на нем не поздравляли Печерникову, а вспоминали ее работы, жизнь и почитали память. Родная сестра народной артистки рассказала, что не знала о ее проблемах со здоровьем. Ирина никогда не жаловалась, вот и о сломанных ребрах тоже ничего не рассказала. Напомним, Ирины Викторовны не стало за день до ее 75-летия. Никто даже не мог предположить, чем обернется это злосчастное 1 сентября. Мало того, что зрители потеряли любимого актера Бориса Клюева, так буквально через пару часов стала известна и новость об уходе советской актрисы. Медики при этом утверждают, что умерла Печерникова из-за острой коронарной недостаточности. При этом подруга и сестра актрисы говорят, что проблем с сердцем у нее до этого никогда не было. Наверное, сказалась полученная травма. Если вы помните прекрасную артистку Ирину Печерникову, ставьте лайк. Не забывайте подписываться, а также жмите на колокольчик. Удачи!